Девушка спрашивает, как девушке соблазнить девушку? Может, есть какие-то фишки? Опыта у меня в этом нет. Ну, расскажите вы. У вас опыта до хера после женского тренинга. Да. Это то, что проходили мы вот совсем недавно. Нужно вести себя как мужик. Если хочешь соблазнить тёлку, ее нужно прожимать как мужик. То есть берешь. Продемонстрируешь? Все абсолютно. Продемонстрирую? Что? Давай, давай. Демонстрировать? Я или ты? Давай ты. Давай ты. Давай, я такая тёлочка сижу, с мальчиками общаюсь. Ну, вообще, эта тема очень активна. Если вот именно соблазнить девушку как для секса, то и существуют разные техники поражения. Можно быть бешеной самицей. Сейчас продемонстрирую. Как это? У меня не было... месяц секса, например, это было очень долго. Я такая... Да, она так делала? Карина, ты что, так делала? Да. С девочкой, с незнакомой? Да ладно, и что? Велись, слушай, они ржали и все дико. Я вообще первый раз такое слышу вообще. Бешеная самица. Она просто телесный тренинг для мужиков прошла и решила на тёлках все это испробовать. Попробовать, да, почему нет? Бешеная, типа, мы бы назвали это бешеная самка всё-таки в конце. Самица. По-русски это звучит именно так. А самица это четко, это слово. Так и будем называть эту тему, самица. Или же вспомним про очень классный стиль Сереги. Да. Вот подходишь к девочке. Привет, я хочу с тобой познакомиться. Как тебя зовут? Наташа. А меня Сережа, очень приятно. Как это Сережа? Ты же не мальчик. Я мальчик, у меня даже член есть. Можешь потрогать? Да, я стесняюсь. Потрогай. Я боюсь. Пойдем покажу. Куда пойдем? Как пойдем? Пойдем в туалет, я тебе покажу. Ну, хорошо. И все. Да. Это классный стиль, да, классный стиль. Для знакомства с тёлочками прикольно. Угу. Так. И эти, и еще много других фишек и подходов разбираются на каком тренинге? Охота. Охота, да. Именно по соблазнению девочек очень хорошо будет или база, и телеска, либо интенсив пройти. Угу. Также девочки, я советую почитать книжку тоже ЖБТ, потому что если вы хотите снимать девочек, то нужно вести себя как мальчик. Поэтому читайте, там очень много классных фишек по этому. Блин, вот если бы я был тёлкой, я бы всех выебал тёлок, потому что вообще никаких проблем 100%. Нет. Понимаете? То есть вообще никаких проблем. У вас, тёлки, нет проблем трахать тёлок, потому что они вообще, когда вы подходите, они в шоке, и все, они не знают, что делать с этим. Вот. Что дальше там? Просто уверенно и настойчиво. Нам не так удобно сидеть.